Эй, смотри, что я нашел! Целая пачка фломастеров! Настало время рисовать! Помнишь, я говорил, что у меня большая семья? Это Свенди. Самый старший, хотя он тихий и немного замкнутый, я его люблю. Иногда он ворчит на меня, когда узнает, что я тусуюсь с людьми. Он им не доверяет. Наверное, на то есть причины. А это Тренди. Помешан на моде. Любит погулять по торговым центрам и поглазеть на людей. Не знаю, чего он добивается. Я плохо рисую. Лицо не вышло. Оставлю так. Разницы никто не заметит. Лучше ничего не говорить ему про его очки. Он к ним так трепетно относится. Это Офенди. Он вспыльчив и мелочен. Выращивает розы. А еще он курит, как паровоз. Упорно бунтует против рубашек. Он говорит, что накачанные торсы пользуются популярностью у девушек. Не знаю. Но ни разу ни одну он так и не привел в гости. Иногда он напоминает мне гневную пиранью. Но на самом деле он очень добрый. Что ты там рисуешь, мелкотня? Эй, я еще не доделал! Дай сюда! Не съем я твои каракули! Трендер и... А-ха-ха-ха! Трендер, верно? Круто ты ему на башку фотик присобачил! Погоди-ка! А что это за рыба в шляпе? Слезай, художник чертов! На рыбалку свожу! Эй, Джефф! Я знаю одну страшную игру! Ты обязательно должен ее испробовать! Ладно! Давай-ка проверим эту игру. Эта какашка может двигаться? Блин! Больше никогда. Нет, пожалуйста, Сленди, не выключай свет в моей комнате. Черт, как мне страшно. Ну что, подрос? Сленди! Ну что у тебя опять, Джефф? Боже мой, Сленди, это жуткий лис был здесь. Джефф, это только твое воображение. Я вижу, тебе нельзя играть в компьютерные игры. Ты всегда трясешься после них. Иди спать, недотрога. Можно я сегодня буду спать с тобой? Пожалуйста. Нет. Ну пожалуйста. Нет. Только одну ночь. Нет, иди в кровать. Я прошу тебя, мне так страшно, пожалуйста. Ладно. Эй, Слендер, я нашел это. Я думаю, это часть твоих щупалец. Джефф, мои щупальцы в порядке, смотри. Эта штука не моя. О, ладно. Может быть, это что-то от Залга? Нет, я уже спрашивал его. Тогда что же это за дерьмо? Супероружие. Дай мне это. Это мое. А? Пирамидная голова. Ты... Расскажу об этом Смайлдогу. Увидимся. Бедный Джефф. Джефф, ты... Ты в порядке? О боже мой! Боже мой! Что я наделал? Неужели это дерьмо действительно его? Боже мой! Что же мне теперь делать? О, погоди! Я знаю! Слендер, Салли! А? Мне нужны новые руки! Я рассчитываю на вас! Погоди, ты преувеличиваешь! Что? Салли, ты ведь пришьешь мне новые руки, да? Но... Конечно! Чтобы помочь тебе и Сленди тоже! Но... Отлично! Увидимся позже! Я избавлюсь от этих рук! И я точно знаю, кто сможет это сделать. Черт, ну где же она? Я не буду сам себе резать руки. О, черт возьми, нет! А, наконец-то! Вот она! А вы двое на заднем плане! Заткнитесь нахрен! Пинки! Привет, Джефф. О, привет, Джеффи! Как ты? Хочешь кекс? Я спросила у Худи, не хочет ли он кекс. И он сказал да, так что я... Твои кексы! Отвратительные! А? Твои кексы! Отвратительные! Спокойствие. Да! Беги, если хочешь жить! Пожалуйста, только не режь мои руки! Пусть это будет тебе уроком, сучка! Спасибо тебе! Сейчас я их сожгу! Что? Ладно, а теперь как я могу сжечь это дерьмо?
Поторопись, Тайлз! Иду, иду! О! Соник! О, привет, Джефф! Что случилось? Сожги мне это! Чувак, мы же марионетки! Огонь подавляет смерть для нас! Так что нет, у меня нет огня! А, ладно! Идиот! Ну же! Бак из Ниасан привел нам Эдмона для убийства! Это звучит неплохо! Увидимся, Джефф! Удачи! А теперь где, черт возьми, я найду огонь? О! Я всегда могу спросить у Залго! Он сможет сделать все хорошо! Я надеюсь! Повелитель Залго! О, привет, невольник! Подожди секунду! Как тебя зовут? Джефф! Джефф? Что ж, я... Раб номер XZ8A25! Чего ты хочешь от меня? Сожги мне это! Пожалуйста! Но это... Просто сделай это! Никогда больше так не говори со мной! А теперь положи это на пол, раб! Извините! И спасибо! Заткнись! Да! Умба-зумба! Умба-е-е! Вата-та-я-я! Мне нужно сейчас уйти. Через час. Я избавился от рук. Но теперь, что же мне делать? Ранее. Мы почти закончили. Даже Бен присоединился к нам, чтобы помочь тебе. Ты привела меня сюда, пока я играл. Что же мне делать? Джефф, давай драться. А, это ты. Я услышал, что случилось. И теперь пришло время тебе почувствовать то, что чувствую я, не имея особых навыков защиты. Давай драться! О, да! Давай сюда, сучка! Подожди секунду. Нет рук, равно нет ножей, равно нет возможности сражаться! О, подожди! О боже! Так больно! Так больно! Я еще не закончил. Раздели мою боль! Забери ее! Чел, видел бы ты свое лицо! Когда эти руки уже будут готовы? Уже готовы. Просто дай мне 3 минуты. Та-да-да-да! У тебя новые руки! Нет, серьезно! Новые руки! Что за... Какого хрена? Я слышала, что случилось. Так что вот тебе такой подарочек. Данный комикс не рекомендуется смотреть впечатлительным людям, так как в нем присутствуют сцены насилия. Ну, а если ты смельчак и решил остаться, приятного тебе просмотра. Я не помню, какой сейчас день недели. Не знаю, какой это город. Неважно. Главное, идти вперед. Снова эти глюки. 3 суток без сна измотали меня. Слишком людно. Нужно найти тихое место. Дождаться темноты. Время спать. Нет, отпусти, мамочка! Значит, у тебя есть мама. Это хорошо. Мы подождем ее вместе. А пока немного поспать — хорошая идея. Эй, что с вами? Машина 333, ограбление на улице Агат-стрит. Патрульный, машина 788 вызывает. Ну же, братик, ты не сможешь прятаться долго. Да, конечно, Кэрри. Ага, только что вернулась. Да чего длинная была смена. Кэрри, звони в полицию! Он изуродовал моего сына! О чем ты, Эмма? Ладно, сейчас вызову!
Диспетчер всем патрульным, поступил сигнал о проникновении в дом с применением насилия. Диспетчер, это машина 577. Я возьму этот вызов. Вас понял. Помогите! Что случилось, мэм? Не бойтесь, все в порядке. Терять сознание в такой момент... Глупо, правда? Верно, Льюи. Кто очнется первым, убьет второго. Да.